То, что 3000 Ryzen удались, ни для кого не секрет. Об этом говорят как тесты, что российские, что зарубежные, так и статистика продаж. Но вот она в основном зарубежная, потому что новые Ryzen в Европе и США появились в магазинах, как и полагается, 7 июля. Мы тоже успели протестировать Ryzen 3 900X и Ryzen 3 700X, и у меня остался один вопрос, связанный с этими камнями. Мы их тестировали в разгоне, и нам удалось добиться частоты в 4,3 ГГц по всем ядрам. Но заявленный буст у них гораздо выше, это 4,6 и 4,4 ГГц соответственно. Понятно, что буст распространяется на минимальное количество ядер, то есть чем больше ядер под нагрузкой, тем ближе частота процессора будет к его базовой. Но все-таки, что будет, если оставить эти процессоры в стоке? Давайте проверим. Для начала материнка сброшена к настройкам по умолчанию. Это, кстати, Aorus X570. Оперативка, соответственно, работает на частоте 2100 МГц, а процессор без нагрузки показывает от 3,4 до 4,3 ГГц. Это просто на рабочем столе. Сейчас в первую очередь я хочу увидеть большую частоту на одно ядро. В стенде стоит 3900X, поэтому заветная отметка — это 4,6. Соответственно, в настройках питания стоит максимальная производительность, установлен драйвер для чипсета и Ryzen Master. В нем выбран режим Precision Boost и процесс на всякий случай под жидкостным охлаждением. За проверкой иду в Cinebench R15, запускаю сингл-core тест и не вижу 4,6 ГГц. Вообще, что интересно, при тесте одного ядра фактически грузится 2 или 3. И это не из-за записи экрана, естественно, я этот тест проводил несколько раз за кадром. А если в Cinebench запустить нагрузку на весь процесс, то частота будет 4,4,1 ГГц. В играх при нагрузке на все ядра видим в основном 4,2. На этом странности не заканчиваются. Если в биосе разогнать оперативку выше 2100 МГц, то процесс перестанет опускать частоту ниже 4 ГГц. Даже на рабочем столе без нагрузки видим 4,25 по всем ядрам. И те же 4,25 при тесте Single Core. Я думал, может, дело в XMP профиле, но такая же картина происходит и при изменении параметров памяти вручную. Только при многопоточном тесте в Cinebench процесс снова выдает 4,4,1 ГГц. В играх видим те же 4,25. В общем, самые высокие значения, которые удалось увидеть, это 4375 МГц на рабочем столе с оперативкой в стоке. И то кратковременно. В принципе, уже можно предположить, какие будут цифры в тестах. Но все-таки давайте посмотрим на графики. Оперативка в тестах была на частоте 3600 МГц и тайминге 16. В стоке мы протестировали оба процессора, как 3900X, так и 3700X, и, соответственно, сравнивать их будем с тем, что получилось в ручном разгоне до 4,3 ГГц. В V-Ray 3700X стал медленнее на 3 секунды, в Короне на 4. 3900X уступил самому себе всего 2 секунды в обоих тестах. В 15-м Cinebench'е удар по многоядерной производительности оказался жестче. 3700X потерял 97 баллов, а 3900X аж 228. А вот производительность на ядро особо не изменилась. Хотя я ожидал прироста за счет бустовой частоты. В Cinebench R20 ситуация такая же, только количество попугаев отличается. Что в играх? Начнем с проектов с бенчмарками. В 5-м Far Cry у обоих процессоров разница с предыдущим тестом всего в 1-2 кадра как по среднему, так и по минимальному показателю. Причем в большую сторону, хотя цифры в любом случае в рамках погрешности. Assassin's Creed Odyssey. У 3700X средний фреймрейт не изменился, а 1% стал ниже на 1 кадр. У 3900X наоборот, средний фреймрейт опустился на кадр, а минимальный не изменился. Shadow of the Tomb Raider. Та же история и разница от 1 до 4 кадров в рандомную сторону. А вот в Apex Legends уже есть о чем поговорить. Здесь 3900X в стоке выдал больше, чем в разгоне. Причем на 14 кадров по среднему показателю. 3700X в стоке тоже выдал больше, но всего на 3 кадра. И дело здесь, к сожалению, не в бусте. Процессоры упорно держали 4,2 ГГц, а в специфике открытого мира. Стоит только задержаться в здании или возле горы, или в любом другом простом участке карты на несколько лишних секунд, и средний фреймрейт бодро ползет вверх. То же самое касается и Black Ops 4. 3700X стал на 1 кадр медленнее, а 3900X на 9 быстрее. И когда речь заходит о фреймрейте под 200 FPS, эта разница уже абсолютно не критична. Честно говоря, я ожидал немного других результатов. Я думал, что в играх фреймрейт будет ощутимо ниже. А вот в бенчмарках, наоборот, цифры вырастут, по крайней мере, в тестах на одно ядро. В итоге получается, что 3000 Ryzen можно и не разгонять. Достаточно поставить к ним в пару оперативку побыстрее, и будет вам счастье. Казалось бы, вот и ответил на поставленный вопрос. Не учитываем, что я сам себе этот вопрос задал и сам же на него ответил, но в любом случае, можно было бы на этом и успокоиться. Но нет, этот ответ у меня вызвал два параллельных вопроса. Первый — это что будет, если поставить эти процессоры в материнку с А-чипсетом?
В материнках с A-чипсетом у AMD можно разгонять оперативку, но нельзя манипулировать частотой процессора. С этим можно разобраться достаточно быстро и просто. А вот второй вопрос посложнее — это как поведут себя неиксовые процессоры? Какая у них будет максимальная частота буста, какая будет реальная частота при нагрузке на все ядра, и когда они появятся в продаже, и появятся ли вообще? Особенно учитывая, что иксовые до большинства магазинов еще не добрались. Вообще вырисовываются очень интересные и перспективные варианты сборок на дешевых материнских платах, и я сейчас реально жалею, что у меня вот к этому выпуску в офисе не осталось в запасе материнок на A-чипсете. Но я вернусь к этой теме как можно раньше и быстрее, а пока все-таки буду заканчивать. Спасибо за внимание, надеюсь, что вам было интересно и полезно. Если так, то подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям и увидимся в новых выпусках. Пока!